Новый паром уже осуществил тестовый рейс в Керчь. Дополнительный паром совместно с уже курсирующим Ионосом помогут уменьшить период ожидания автомобилистов и увеличить пропускную способность переправы, сообщает пресс-служба Единой транспортной дирекции. По оперативным данным, поток машин, ожидающих переправы, составляет до 10 километров. Время ожидания туристов может достигать 30 часов. В региональном управлении МЧС сложившуюся ситуацию связывают с большим наплывом желающих провести летний отдых в Республике Крым и отсутствием автомобильного сообщения с полуостровом. Власти Кубани стараются создать для туристов комфортные условия, так рядом с портом Кавказ открыт палаточный лагерь, где ожидающие парома люди могут отдохнуть, принять душ и перекусить.